верующих. О, рабы Аллаха, ну, чтобы наставляться Кур'аном и чтобы получать исцеление от Кур'ана по-настоящему, недостаточно просто читать Кур'ан, просто читать его слова. Обязательно нужно читать Кур'ан и нужно понимать его. Нужно размышлять над его смыслами, над его указаниями, а поняв, действовать. А поняв, нужно выполнять то, что ты понял. Вот тогда человек называется читающим Кур'ан. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллазина атайнахумуль китаба ятлюнау хакка тилавати уляика юминуна би». Те, которым мы даровали Писание, они читают его по-настоящему. Хакка тилавати, они есть верующие в него. И предшественники говорили, читающие Куран по-настоящему, это значит поступающие в соответствии с ним. Китабу нанзальна улейка мубарак. Писание, которое мы ниспослали тебе, благословенное, мубарак ли ядаббару аяти, улейта заккару улюль альбаб, чтобы поразмышляли над его аятами и чтобы вспомнили обладателя разума.